Рад всех приветствовать, подписчиков канала или обычных зрителей. Сегодня у нас в юбилей добавились новые НПС и новые квесты. Вот, как видим, короче, у нас тут новый квест исход появился, то есть выполняем 5 дней его, один квест там появляется, но я уже выполнил, там просто обычный квест выполняешь, убиваешь одного моба и, в принципе, все, засчитывается один пунктик из 5. Потом, короче, вам дается тут блин рок изобилия. Ну тут вы можете сами прочитать. Я как понял, на 65 вам дают 1к сияющих слез дракона, и потом костюмы вам даются. Так, извиняюсь, тут немного приболел. Вот, дальше у нас, как видим, клетки тут появились. С этих клеток можно немного, ну, шанс вот то, что вы можете убить там монетку какую-то, любую, короче. Вот. К любой подходите, к примеру, это и кликаете сюда. Видим, что у нас появляются стаки. С каждым стаком у вас, ну, наносится урон. То есть кусает, блин, короче, ест вас вот этот гоблин. Но это не гоблин, это демон маленький, короче, такой. Как видим, хп мало у нас. Тут, кстати, очень легко тем людям, ну, короче, хилерам удобно. О, кстати, меня похилили тут еще. Ништяк. Вот, мне, короче, как видим, ничего не выпало. Ну, туда, видите, хил какой-то, он хилит. Ну, прикольно, что. Тут еще с моей гильдии тут ходит. Вот. Подходите к любому НПСу, тут их трое, как видим, стоят. Выбираем на ринг, сразиться с ними. И вы можете заработать медную, серебряную или золотую. Ну, как я понял, тут зависит все-таки от того, то, что... Лично я всегда дерусь с этим, у меня всегда почти золотая, практически. Может, там еще зависит от того, то, что сколько стаков на... Стаков синяков у вас. Если, наверное, я не знаю, мне кажется, если больше у вас синяков, тогда меньше награды. Если у него больше, у вас меньше, то, соответственно, вы можете золотую заработать. Давайте, кстати, начнем. Попробуем, кстати, сразиться вот с этим. Я всегда дерусь, я не знаю. Мне кажется, с него лучше добыча. Ставим щит. Вот, у нас ударил. Стак синяка у нас. Так, я промазал. Так, мы ему сейчас стан сделаем. Я в защиту. Ну, вот, как видите, я уже прозевал тут. Блин, он защиту свою поставил. Так, я ему один стак кинул синяка. У меня 300 стак. Это очень плохо. Надо наоборот делать, чтобы у него больше было. У меня меньше. Так, уже 4. Давайте сейчас. Блин, вот он, кстати, вот этот меня всегда бесит. Он какой-то очень мощный. Сбивает с ног. Ой, так. Кстати, этот щит сбивается вот этим вторым скиллом. Он, короче, в стан его кидает, и щит сбивается. Вот, у меня щита нету. То есть у него щит был, а у меня стана не было. У меня был в КД. Ну так, у меня 2 стака, надо как-то его... Так, надо как-то... У меня откатываться, видите? Так, у меня... Ну, блин, на 2 больше у меня. 7. Так, ну, в принципе, даже разницы нету там. Мне было то, что я проиграл, но мне почему-то дали награду, и я выиграл его. Может быть, наоборот? Хотя нет, это вроде по квесту было. Вот, если вы проиграете, короче, вам ничего не дадут, соответственно. Так, 10. Так, я тоже ухожу в защиту. 11. О, 11. У меня было максимум 3 синяка, а у него было вроде 15. Вот, ну уже видите, у него на 3 больше синяка, чем у меня. 13 стаков. Вот 14. Можно... Сейчас. Опа. И дали золотую, как видим. Или золотая монета. К сожалению, платинки тут никак нельзя получить, потому что...
Потому что по квесту там только максимум и медная была показана, серебряная, золотая, платинку. Я не знаю, как тут заработать. Короче, можете тут фармить постоянно, по КД минуту откатывается эта херня, потом вы дальше заходите и деретесь тут. Ну, в принципе, все. Кстати, насчет сосуда для искры, так и не могу юзнуть. Почему-то не получается. Сказали то, что скоро починят. Ну, там какую-то компенсацию. Но я бы хотел, чтобы сосуд дали. Вместо этой компенсации. Я не знаю, что там за компенсация. Вот. Кстати, еще... Наверное, может и маунтов дадут. Я не знаю, в прошлом году давали маунтов. Вот. Поэтому... Такие дела. Давайте еще раз. А, у меня откат. А, нет. Я перепутал с другим бафом. Вот этот баф, короче, на вот эти действует. А это безоткатный. Вот, кстати, можно сходить по приколу. Давайте просто сходим. Какого там убивал? Вот самый легкий, вот этот вроде. Мне за него не давали ни разу золотой. Так. Я встану, ушел. Вот, он, этот НПС вообще практически блок не ставит. Он самый легкий. В принципе, да, он не ставит, я помню. Вот этот первый моб, вот этот. Вот, видите, медный вообще дали, просто легкий очень. А вот мы сейчас к этому сходим, он даст нам... Так, у меня откат, да? Короче, вот с этим народ, деритесь, он постоянно золотую практически дает, но он самый сложный, поэтому... Дело ваше, с кем драться. Вот я с этим, короче, дерусь. Мне почему-то... Мне ни разу с этого... С клетки не давалась золотая монетка. Хотя, может, она должна быть. Или не должна быть. Так. Давай, и моё. Я хочу монетку. Вообще ничего просто. Кстати, может убить меня этот баф, так что. Хотя он не убьет, у меня хп это сколько ему. Плюс надувка. Ну, была бы у меня печень, я бы все равно выжил. Или напутствие, да, напутствие тоже бы отхилило. Вот, еще раз давайте. Ради интереса. Так, стан первый. О. Так, два синяка. Я тоже стан кинул. Ну, он сбивает, у него такие же скиллы, как у меня, как я понимаю. Вот видите, этот моб, ну, отличается от того, то, что вот этот стан кидает. А тут вообще даже и стан не кидает, и он чит не уходит. Он самый легкий, короче. О. Оп, сбиваем. Вот. В принципе, тут и можете научиться, тут ничего сложного нету. В плане того, как какие скиллы прожимать тут. Все очень легко, в принципе. Ничего сложного нету. Вот, я ему оглушение сделал. Блин, надо было прожать третий по откату. Ну ладно. Как видите, вот, у него синяков 9, у меня синяков 2. 9 стаков синяка. О, 3 уже. Ну, в принципе, не, я на защиту иду. Вот 11 стаков. Так, щит. Он щит мой сбил. Кстати, воля сработала у меня. Я не знаю, по приколу, что ли, волю залиться. Видите, она просто у меня срабатывает каким-то образом. Я не знаю, от чего она срабатывает у меня. Так, у меня уже 5 стаков. У меня лучший результат это был... Блин, прозевал. Ничего, я нажал. Лучший результат был 3 стака у меня просто. Да ё-моё. Оп. Вот, видите, золотая еще раз дала. Так что вот этот... С прайденом деритесь, короче, и будет золотая монетка постоянно. Вот как у меня. Так что
Подписывайтесь, ставьте лайки. Сделаю в скором времени гайд на фарм золота, как вообще можно на подписке заработать. Ну, я думаю, на фришке тоже вот эта тема будет работать, так что следите за каналом. Сделаю гайд. Все возможное, что я знаю, как заработать можно, можете потом... Ну, просто поделюсь с людьми, которые не знают, как фармить. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, удачи.